ДНР говорят, что очень часто сталкиваются с неадекватным поведением украинских бойцов. Прямо встают в полный рост под огнем и начинают вести огонь. А потом оказалось, что бойцы ВСУ постоянно применяют вот такой препарат. Окупан, производство Франции. Это сильный анальгетик, сильный обезболивающий. Но, как сказали бойцы ЛНР, при увеличении дозы он просто делает людей, ну, берсерками. Ну и сильнейшее привыкание. Люди теряют страх смерти и реально встают в полный рост под огнем. Возьмем, отвезем на экспертизу. Посмотрим, чем пичкают западные страны украинских солдат.